Историк моды Александр Васильев устроил скандал на пути из Казани в Москву. Ведущий программы «Модный приговор» обозлился на сотрудницу аэропорта, она не позволила ему пронести в самолет подарок от жителей Татарстана. В Казань Васильев приезжал на модный показ. В качестве презента он получил сувенирную коробку с козылыком, чак-чаком и льняным маслом. Но из-за того, что на борт самолета запрещено проносить жидкость, масло у историка моды изъяли. Александр настолько был возмущен, что выругался на сотрудницу аэропорта. «Такой знаменитой личности, как мне, дарят подарки, а вы у меня их отнимаете», – посетовал 64-летний Александр Александрович. «Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня и до дня вашей смерти». В сети тут же принялись обсуждать поступок телезвезды.